Хорошо, мы поняли. Ты хочешь в нашу школу внедрить аномалии. Ну, может быть, ты вначале нас внедришь в наш класс? Да легко. Только у меня есть одно условие. Какое? Мне нужна помощница. Давайте я превращу кого-то из вас в аномалию. Согласны? Ну, если других вариантов нет, то я согласна. Все, вы мне надоели. Превращу вас в ледышек. Только слаймом поиграем. Дай сюда. Не, ну нормально. Ты чё, дискредитируешь имя Винкс? А моего огонька попробовать не хочешь? Так, все, слайм мне не нужен. Сейчас я заморожу эту выскочку. Не получится. Уже 3 часа не могу открыть эту дверь. Мы здесь как в тюрьме. Я есть хочу, я пить хочу. Я тоже хочу и есть, и пить. Только я не могу понять, почему мы оказались заперты? За что? Не знаю. Так и пройдут мои лучшие годы здесь, в заперти. Последнее, что я помню, это как мы стукнулись палочками. Потом бум, взрыв, и мы тут. Так, нам осталось решить только 2 вопроса. Где мы находимся и как нам отсюда выбраться? Только ответы на эти вопросы мы не знаем. Так, девочки, заявление от ваших родителей у меня есть. Тут все в порядке. Надеюсь, вопросов у вас не возникло. Есть парочку. А когда мы уже дойдем до класса и познакомимся с одноклассниками? Скоро. Не торопи события. Я должна предупредить вас кое о чем необычном. О чем? Про класс вы нам вроде бы уже все рассказали. Там 3 мальчика, а все остальные девочки. А со всеми познакомимся на месте. Ну да, вроде ничего необычного. Ну да. Кроме того, что в классе должно учиться определенное число девочек. 2 пропали, 2 появились. Круговорот ведьмочек в природе. Вы что-то сказали, Беатриса Ивановна? Не, ничего необычного. А вот, кстати, и наш класс. А где все? Да, наверное, еще из столовой не вернулись. Вы пока располагайтесь, только знаете что? Забыла вам сказать. Надо срочно найти классный журнал. Он у кого-то в рюкзаке лежит. Подождите, как это найти журнал? В чужих рюкзаках? Может быть, мы одноклассников дождемся? Как-то это неправильно. Да не переживайте вы так. Учителя надо слушать. Так что ищите журнал. Время не теряйте. Ну ладно, поищем. Поищите. Как раз все и перессоритесь. Вода до сих пор не появилась. И как нам открыть эту дверь? Жаль, что наши волшебные палочки куда-то делись. А то бы можно было попробовать что-нибудь поколдовать. Серьезно? Ты до сих пор думаешь, что они куда-то подевались? А вот я думаю, что их кто-то специально забрал. Я хоть что-то думаю, а не сижу просто так. Теперь нам никакая магия не поможет. Что это? Магия! Ну почему сразу магия? Вы об аномалиях и себе что-нибудь слышали? Или застряли мыслями в эпохе ведьм Винкс? Почему же? Я про тебя читала. Ты самая популярная аномалия. Ребята, а вы слышали что-нибудь о сиреноголовом? Если да, ставьте лайк. Если нет, то дизлайк. А самое главное, подпишитесь на наш канал. Да, я самая популярная аномалия. Только я не такой добренький, как вы думаете. У меня есть спецзадание. Уничтожить школу Винкс и внедрить сюда аномалии.
Хорошенькое дело. А вы кто такие и почему в наших рюкзаках рыскаете? А вам случайно никто не говорил, что копаться в чужих вещах некрасиво? Это как минимум. За это можно и схлопотать. Это уже называется воровство. Да мы сами знаем, что это некрасиво. Нам просто Беатриса Ивановна сказала, найти классный журнал. Срочно. А он типа у кого-то из вас в рюкзаках лежит. Что? А полней что-нибудь вы могли придумать, как учитель может сказать искать журнал в рюкзаках учеников? Ха, бред какой-то. Вы врите и не завирайтесь. Вообще, что ли, ку-ку? Это кто тут ку-ку? Ты мелкая, что болтаешь? Нет у нас в классе мелких, понятно? Не ссорьтесь, девочки, а вы знаете что? Я им почему-то верю. Беатриса вечно что-то напридумывает, чтобы всех рассорить и столкнуть лбами. В принципе, ты права, странные у Беатрисы приемчики. Согласна. Знаете что? Давайте знакомиться. Меня Арина зовут. А меня Соня. Меня Лиза зовут. Это Виолетта, Саша, Настя, Ева и Аня. А что, мальчиков в классе у нас нет? Есть. Сегодня я один. Меня Ваня зовут. Рома с Мишей на соревнования уехали. В следующих сериях появятся. А, ну да, в следующих сериях. Стоп, а вам кажется странным, что у нас в классе сразу две новые девочки появились? Кажется. Тем более они пришли ровно в тот момент, как Вика и Сеня куда-то исчезли. Точно! А куда они делись? Я не могу вспомнить. Такое чувство, что кто-то нам периодически стирает память. Кажется, я догадываюсь, кто. Стирает память? А как это? Это же запрещено. Это какой-то эксперимент над детьми. Надо жаловаться. Да кому тут жаловаться? Мы кроме Беатрисы других учителей все равно не видим. Странно, это же не начальная школа. Да тут все странное, мы сами каждый раз удивляемся. Это школа магии Винкс. Слышали про таких? Слышали. А мы что, тоже ведьмы? Ну, в какой-то степени все девочки и женщины ведьмы. Да. Хорошо, мы поняли. Ты хочешь в нашу школу внедрить аномалии. Ну, может быть, ты вначале нас внедришь в наш класс? Да легко. Только у меня есть одно условие. Какое? Мне нужна помощница. Давайте я превращу кого-то из вас в аномалию. Согласны? Ну, если других вариантов нет, то я согласна. Какой ужас! Была одна, а теперь две аномалии. Ну, хоть дверь открыта. Ребята, что я вам сейчас расскажу? Ну, во-первых, расскажи, как ты тут вообще посмела появиться. Тебя здесь не должно быть. Да это не важно. Может, нас скоро здесь всех не будет. Почему? Что случилось? К нам в класс идут аномалии SCP. Здравствуйте.